Папирус. Ты был слишком прекрасен для этого мира. И я уже никогда не смогу сказать тебе, как я любил тебя. Но я обещаю тебе, ты будешь отомщен. Не совершай ошибок, ч**ник. Сделаешь какую-нибудь глупость, и окажешься в мире из страданий. Я, не шучу. Я мог бы сказать то же самое, но не так грубо, принцесса. Я, не принцесса! Неважно, просто поторопись, пока я не передумал. Я не могу стоять здесь целый день. Человек чувствует его присутствие. Они выследили его в водопаде, теперь же в жаркоземье. Их общий враг. Мало ли они знают, что там есть кое-что еще. Теперь он каноничен. Следы ведут туда вниз. По этой лестнице мы можем... Мое лицо. Порезы полностью зажили. А я все еще единственная в своем роде. Да только глаз раздолбан насквозь. Нужно радоваться поосторожней. Я использую вакцину после всего этого. Не хочется мне мутировать, как и остальные. Он близко. Ну что ж, партнер, похоже, настало время. Я чувствую его там. Пора прикой так быстро же, Полиза. Ну вот теперь тебе пи***да. Ты? Я раньше тебя здесь не видел. Как тебя звать-то? Откуда эти твари вообще лезут? Ты думаешь, что сможешь избежать наказания? Ты пожалеешь за все, что ты сделал. Мой дорогой Папирус. Он был таким прекрасным сексуальным мальчишкой. Я так хотел быть с ним. Но потом... пришел ты! И убил его! Ты! Я заставлю тебя жутко страдать! Я собираюсь надрать твою задницу! Эх, как грустно. Но не переживай. Скоро ты снова с ним встретишься. Никто не смеет насмехаться над моим Папирусом. Ты, девчонка, прошу. У меня нет смысла с тобой драться. Пусть это будет только между мной и этим убогим мудаком. Это личное.
Видимо, он и вправду хочет умереть. Я с ним справлюсь, можешь посмотреть. На это уйдет всего несколько секунд. Как хочешь, разгребай тут свое дерьмо. Эй, может вымыть твой ротик с мылом после всего этого? Наслаждайся шоу. И вот еще одна куча пыли. Помолись Господу. Ведь ты связался не с тем священником. Я раздавлю все твои конечности. Ну что ж, это интересно. Люблю, когда противник может дать в ответ. Ты хуже, чем EA. Плохие времена ждут тебя. Такие нахальные га**ны, как ты, должны гореть в аду. Теперь ты меня взбесил. Довольно. Да ты издеваешься. Он оказался сильнее, чем я ожидал. Я впечатлен. Ты сам напросился. У него довольно много сосредоточенной энергии. Теперь я понял. Его настоящая сила до сих пор не была показана. Я должен устранить это немедленно. Нужен отвлекающий маневр. Восстань, кукурузный гомункул! Мне нужно сконцентрироваться. Это не цепи любви, но сойдет. Уже боишься? Твоя же сила и приведет тебя к концу. Цепи наносят ответный удар УР. Чем больше УР, тем больше они горят. А теперь... ты не избежишь своего наказания. Посмотри наверх! И наслаждайся! Звездная пыль! Смерть для тебя будет спасением.
убил моего папируса. Ты это заслужил. Я сделаю из тебя ебаный шашлык. Я не на стороне человека. Но теперь я понимаю, почему Бадди вмешалась и спасла его от этого. Однако мне интересно, смог бы человек сделать то же самое для нее?